ընկերներ, մենք ձեզ ողջունում ենք, շատ հաճելի է որոշակի տեսնել, մեր որոշակի գործողությունները, որոնք ակտիվ էին, դուք գիտեք, վերջի շրջանում, բավականին հետաքրքրություն առաջացրեցին մեր շարժման գործնության վերաբերյալ, և այսօր մենք անում ենք խորհրդի հերթական մեր նիստը, որտեղ մենք ունենք օրակարգային 3 հարց. Եվ քանի որ առաջի հարցը դա հանդիպումն է ՌԴ պետդումայի պատգամավոր Միլոնով Վիտալի Վեչեսլավիչի հետ, ես անցնում եմ ռուսերենի և երրորդ հարցերը արդեն մենք քննարկենք։ Значит, мы вас приветствуем на заседании нашего совета. Это совет движения «Сильная Армения с Россией за новый союз». Вы были на нашей конференции, это была женская конференция, женский форум, который принял и резолюцию и так далее. Вот. Мы благодарим вас за сотрудничество, за то, что вы принимаете наше приглашение участвовать на наших мероприятиях. Сегодня у нас на заседании Совета 3 вопроса. Первый вопрос – это встреча с вами. Второй вопрос – это принятие, значит, заявления нашего движения по поводу того, что в Арцахе и Сюнике ситуация накалилась. И это первая тема нашего заявления. Вторая тема – то, что по этому поводу некоторые элементы раздувают антироссийскую истерию, направленную против армяно-российской дружбы, против действий миротворцев и так далее. И, наконец, третий вопрос, который у нас сегодня в повестке дня, это значит, дальнейшая деятельность нашего движения, предстоящие дела, в том числе у нас на следующей неделе Дни Крыма в Армении. Мы уже, знаете, третий раз это проводим, Дни Крыма в Армении. У нас приезжает очень солидная делегация во главе с двумя вице-премьерами Республики Крым, Георгием Львовичем и, значит, Ольгой Кивико. Вот, большая делегация, 3 дня очень напряженной работы, поэтому мы с вами вот тоже будем обсуждать эти вопросы. Есть ли другие вопросы, которые вы бы хотели включить в повестку дня сегодняшнего нашего заседания? Если нет, тогда, уважаемый господин Милонов, мы все всегда с большим интересом и уважением относится к вашей деятельности. И хочу, чтобы вы обратились к нашему совету. Если можно, потом в режиме вопросов и ответов мы проведем продолжение. Пожалуйста, слово. Позвольте, я удержу на минуточку. Я просто хочу представить нашим дамам и мужчинам, значит, удивительные судьбы человека. Виталий Валентинович, дело в том, что его прадедушка в Российской империи работал в Ереване судьей. И у него тут дети родились, у судьи. Так что у нашего Виталия Валентиновича тут есть родня. Вот это, я думаю, этот интересный факт, надо было вам об этом сказать. Вам сегодня. Спасибо большое. Хотя он был сюда командирован во время времена Российской империи, он не был армянином, но часть его детей женились, вышли замуж за армян, и поэтому мои сестры двоюродные, они армянки. В то время все были подданные Российской империи, да, вне зависимости от национальности. Да, это точно. Я очень рад видеть вас всех, и большое спасибо уважаемым организаторам мероприятия за это приглашение. Для меня это большая честь. Не часто удается побывать на такого рода собраниях из-за того, что есть, конечно, определенные всегда ограничения. И все, что касается политической и партийной деятельности, даже впуская и самой близкой для моего сердца стране, я понимаю, что есть некие моральные ограничения, которые не допускают депутата одной страны участия в политических мероприятиях другой страны. Но все, что касается наших отношений, конечно, я тут двумя руками за и всегда готов. И мне очень приятно видеть вас здесь всех.
Конечно, история, новейшая история, которая складывается за последние несколько лет, она крайне сложная, и мы вышли из ситуации, такого замороженной ситуации, затяжного противостояния, и мое собственное субъективное ощущение заключается в том, что эпоха огромных тектонических сдвигов политических, которая началась, и я думаю, уже все это видят, она началась в октябре, сентябре-октябре 2020 года. Потому что это был первый такой, знаете, протуберанец огромного напряжения, огромных амбиций сверхдержав, которые вот в этом месте, где было наиболее чувствительно, вот он выплеснулся. И, конечно, все вы, как люди умные, образованные, знающие ситуацию, понимаете, что это был не маленький локальный конфликт, переросший во что-то такое. Безусловно, без определенных глобальных решений этот конфликт не мог бы состояться. Без поддержки, причем даже не ближайшего их соседа, а более серьезной поддержки, это бы не произошло. И сейчас, когда я живу и являюсь депутатом в стране, которая впервые за много лет объявила себя страной, не согласной с гегемонией одного государства на этом свете, страной, которая пошла по пути иному, нежели чем было положено и предписано всем нам плыть, я понимаю, насколько это важно для сохранения нашего общего глобального мира. Ведь что касается тех ожиданий, наверное, того, чтобы что касается того, чтобы страны, находясь в максимальном комфорте, умирали бы, подвергались бы вот такой всеобщей глобализации, стирания идентичности, становились вот просто потребителями неких глобалистских систем. Это я сравниваю с, вот есть медики есть, с гепатитом типа С, такой ласковый убийца. Вы живете комфортно, вы следуете правилам, вы пользуетесь тем, что вам дают, не надо никакой инициативы, делайте, что вам скажут, и вы умрете. Вы умрете, умрет душа человеческая. Потому что все, что сейчас нам предлагают делать, это сохранять тело. Душу надо убивать, потому что идентичность человеческая, ценности, которые являются основой развития любого человечества, они вредны. Почему условный, я не могу сказать западный мир, очень тяжело это говорить, потому что западный мир еще не так давно выпускал энциклики в Ватикане, Рерум Наварум, там, Папа Римский выпускал энциклики, направленные на сохранение традиционных ценностей в Европе. И они организовали, в Европе были организованы христианские демократические партии, народные партии, которые ставили своей целью защиту традиционных ценностей. То есть это даже не западные, а антизападные какие-то ценности. Вот. Они предписывают одно – отойти от традиционного понимания человека, традиционных ценностей. Потому что они мешают. Они мешают. Они делают вас людьми думающими. Они делают нас людьми, которые готовы отстаивать свои убеждения. Отстаивать свои убеждения и людьми, которые не могут их вот по щелчку поменять. Потому что по щелчку поменять можно некую новую этику. Да, там, сегодня ты за этих, завтра ты за тех. Сегодня ты там дружишь с одними, с курдами, в это же время помогаешь оружием Турции. Ну, это как такая вещь. А люди, которые имеют в душе свои ценности, ценности, происходящие из их веры, это ценности, которые двигали нашими предками, которые шли на смерть. Они шли на смерть, не боясь ее, не боясь отдать самое ценное, что у них есть, свою жизнь. Но только не продавать и не предавать свои убеждения, свои священные
то, что считалось священным для них, веру, и для нас тоже. Поэтому вера очень вредная вещь для современного мира. Ее нужно уничтожать, ее нужно заменять. Заменять так называемый новым гуманизмом, новой этикой. Я не хочу никого обвинять, но в 1917 году, когда совершились определенные исторические события, серьезно изменившие расклад в мире, тогда те, кто пришли в России к власти, они поняли, что они должны создать свои новые ценности. И по большому счету, если посмотреть, вот вы, может, там первые кадры митингов, каких-то вещей, которые делало новое тогда Красное правительство, они же ничем пытались не отличаться от церкви. У них были хоругви, у них были святые, с нетленными мощами они придумали. У них были иконы, которые вот портреты, которые мы все с вами, я тоже маленький ходил. Понимаете, как крестный ход такой, с хоругвями, с мощами, с иконами, все. Вот это. Другое дело, что основа была не совсем правильная, то есть, и поэтому оно все рухнуло. А то, что касается ценностей современного мира, они же априори не могут быть вечными. Они априори будут всегда тленными. И здесь, учитывая название вашего движения, я бы хотел сказать, что мы не делаем политический выбор сейчас. Мы не делаем какое-то решение, не принимаем, там, взвешивая за и против. Это не наш выбор. Мы находимся в естественной среде. По-другому просто быть не может. Что люди, которые сейчас находятся вот перед этими вызовами, они, естественно, должны быть вместе. Потому что если мы разделяемся, если мы начинаем учитывать, так сказать, если мы начинаем делить Христа, то ничего хорошего не получится. Вот. И, конечно же, те, кто сейчас хочет нашего с вами уничтожения, стереть Армению с лица земли, разделить Россию на какие-то там непонятные княжества, это люди, которые бьют по главам, по нашему духовному единству, по нашим ценностям, потому что они пытаются всех поссорить, всех рассорить, как это бывало. И мне очень обидно, что те люди, которые долгое время росли с нами в одной стране, были вместе с нами, они так быстро, еще во времена Горбачева, отказались от всего чего-то общего, ну хоть чего-то, и пошли по пути какого-то звериного местничества просто. Вот мое, мой дом, все, наша земля. Мы это всех убьем, мы будем, выгоняем всех. То есть я удивительно, как люди, которые ходили в пионерскую организацию, там не знаю, давали салюты, не знаю, смотрели наши фильмы, читали наши книги общие, как они вдруг вмиг превратились в людей, которые убивали человека за то, что он просто не той национальности. И вот эти люди, я нисколько не сомневаюсь, будут главными сторонниками наших врагов, потому что они являются их движущей силой. Я много бываю в Е, и могу сказать, что эти люди, они были в ИГИЛе, в Даеше, в Аль-Каиде, в других террористических организациях, потому что этих людей всегда очень выгодно использовать. Они думают, что они служат Всевышнему, на самом деле нет. Они лишь марионетки в руках искусственных манипуляторов. И это правда, к сожалению. И сейчас для нас, для русских, очень сложная ситуация, потому что не хочу обидеть, но я немножечко сравниваю ситуацию, наверное, с той, которая была в 1944 году. Русские, армяне, 101-107 героев Советского Союза, освобождая Германию от нацизма, не воевали с немецким народом. Не было задачи не воевать с немецким народом. Воевали с идеологией. И немецкий народ, он же не был уничтожен. Это вот турки, там, извините меня, их ближайшие там цепные псы любят уничтожать всех. Они не могут никого переубедить, потому что у них дело не правое, а у нас дело правое. И войдя в Германию, наши войска, наши с вами деды, которые не делили, кстати, друг друга там. Все были советские люди. Да? Они же вошли в Германию, которая до этого полностью поддерживала фашистов, то есть национал-социалистическую партию.
И серьезного антифашистского движения в Германии не было, надо это признать. Вся страна в результате тотальной идеологической обработки, промывания мозгов, запугивания перешла на сторону поддержки национал-социализма. Но как только был выключен вот этот вот черный дьявольский кристалл информации вот этой фашистской, люди одумались, и до сих пор, в общем-то, многие из них пытаются каяться в своей ошибке. Так, я думаю, и сейчас на Украине происходит. Какие зверства! Я искренне вижу, насколько люди там сейчас, конечно, оболванены. Вот в Армении так быть не может. Почему? Потому что у вас есть плюрализм. У вас есть партия одна, другая, вы можете спорить друг с другом, там, недолюбливать друг друга. Вы всегда отстаиваете свою позицию и открыто говорите. В Украине этого нет. Там нет никого, кто говорит против. То есть, если ты выступаешь там, не поддерживая западные ценности, тебя уничтожают моментально. Просто уничтожают. И я вот сейчас вернулся только что из-под Мариуполя. Вот. Я разговаривал там не с этими, конечно, которые там батальон Азов, Айдар и так далее. С ними тяжело разговаривать, и не надо. Они преступники. Я разговаривал с обычными людьми. Они говорят, скажите, вот как? Вот почему? Они скажут, 8 лет назад Мариуполь не хотел принимать эти новые стандарты. Что они сделали? Вывозили всех несогласных. Вот человек оппозиционер, мешок на голову вывозят за город, потом труп находят. Что они детей, дочек оппозиционеров всех изнасиловали. Знаете, что они делали? Это не рассказы какие-то там пропагандисты. Это то, что я слышал от людей, которых мы освобождали. От людей, которые сидели, которые хотели уйти, говорят, мы умоляли их, дайте нам выйти из Мариуполя, когда начинались только военные действия. Были согласованы коридоры, все там ждали, в разные стороны. Не давали уйти. Вот просто они говорят, сидите здесь. Вот. Их запирали в дома, и тут же в этих домах устраивали там огневые точки. В общем, это большая проблема. Каким образом люди, которые еще не так давно вроде были вот, ну, нашими соседями, как они резко изменились. Хотя, вы правы, Волынская резня, Львов. Ведь для многих из вас не секрет, что Львов вообще, многие армяне считали своим родным городом. Львов – это, вот, ну, все символы Львова, они сделаны армянами. Как это ни парадоксально. Их предмет особой гордости – львовский кофе – туда привезен армянами. Это армянский напиток, который во Львове. Ратуша Львовская построена армянским купцом. Всех вырезали. Всех. 6 тысяч человек армян всех уничтожили. Времена войны, военные времена. Никого не пощадили. Женщин, как турки, вот, резали в 15-м году, так и эти. Вот полностью все повторили. И я искренне рассчитываю, что в ближайшее время, конечно, мы закончим эту операцию. Я вижу, что это операция, которая сложная для нас, безусловно, потому что украинские вот эти нацисты, которые там сидят, я их сам лично видел, их снимаешь, вот, у них здесь свастика. Здесь свастика, здесь свастика. На холке почти у каждого второго выколот этот орел немецкий, нацистский, со свастикой. То есть они там, фотографии их смотришь, они все зигуют, когда друг друга приветствуют. То есть это реальные нацисты. Так вот им цивилизованный мир, который сейчас так заботится о правах человека, который вас пытается учить, как правильно себя вести, как правильно допустить толерантность в вашем обществе, как учитывать мнение меньшинств, они очень беспокоятся за это. И этот же Запад поставляет оружие, кстати, Турция первая, вы знаете, по поставкам оружия, а Запад поставляет оружие этим людям. О. И так обидно. Так обидно, ведь этого же ничего могло не быть, реально не быть. И когда мне задают вопрос, зная мою позицию по Арцаху, я говорю, знаете, что для меня, как для человека, для которого Арцах – это боль в сердце и в душе моем, могу сказать, что для армян, я, когда мне пытались там говорить, вот, армяне будут там это, там они прозападные и так далее, я говорю, никогда в жизни. Потому что то, что сделали на Донбассе, делали геноцид народа.
Я говорю, а для каждого армянина слово «геноцид»? Вот прям он рождается, он еще не умеет ничего не говорить, а уже на генетическом уровне в нем вот боль от геноцида сохраняется, имеется. И то, что там хотели сделать геноцид, и то, что если бы мы не наступили сейчас, через месяц, может быть, два, может, три, я не знаю, у них был план, все оружие было стянуто. У нас мы документы все получили, нам разведка все доложила. Это не просто так мы сделали. Просто был план, их вооружили до зубов американцы, англичане, европейцы. Они должны были за трое суток пройти, смести весь всю территорию, просто зачистить все. Любого несогласного убивать, уничтожать. А там все были несогласны. Вот. То есть они должны были устроить вот такую маленькую победу с новой резней такой донбасской. Поэтому мы не могли это позволить. Точно так же, как и Арцах оказался в силу нелепых решений. Ну, нелепых решений. Просто ну, в другой стране. Так и Донбасс оказался в результате таких же решений. И Крым. Ну, Крым уже все. Это уже в прошлом. Это уже все его. Вот. Крым сдал, Крым принял. Вот, слава Богу. И я вот вижу сейчас некоторых русских, которые сюда приехали. И думаю, Господи, Боже ты мой, откуда вы взялись? Куда вы приехали? Вам явно не туда. Вы билет перепутали на Стамбул, наверное. Которые приезжают здесь и говорят, мне стыдно называть себя русским. Я говорю, так естественно тебе должно быть стыдно, потому что ты не русский. Ты просто какой-то продукт Макдональдса, Сникерса и интернационального какого-то воспитания. Но точно не русский. Вот. Поэтому я уверен, что мы сейчас, видя вот эти вот подвижки глобальные, мы будем вместе, мы будем едины. И Армения – это единственная страна, где русские не чувствуют себя за границей. Уж извините, пожалуйста. Вот. Мы сюда же ездим даже по внутренним паспортам друг к другу. Нам нужен загранпаспорт. И, в общем, я рад, что часть наших россиян, она не уехала никуда. На время переехала в Армению. Сейчас вернется назад в Москву, там, Петербург. Все будет хорошо. Потому что у нас не так давно запустился снова фильм. Его сделали там, видимо, оцифровали. «Брат» Бодрова. Вот. И он говорит, в чем сила, брат? Сила в правде. Вот у нас святой покровитель моего города, Санкт-Петербурга, Александр Невский, он говорил, что не в силе Бог, а в правде. Вот это точно надо знать. Вот правда – это лучше главная сила, сильнее любого оружия. Потому что силы бывают разные, физические, человеческие. Но против Бога невозможно восстать. Восстание против Бога приводит к смерти любого, кто бросает вызов Богу. И нам поэтому нужно не только это знать, а нам нужно за собой тоже следить, чтобы не отходить от нашей традиции. Армения без веры в Бога не просуществовала. То есть вот Армения, это точно, это вот пример, который нужно всему миру показывать. Маленькой, небольшой страны древней, которая находилась всегда просто в окружении каком-то, ну, злопыхателей. Никогда не шла на компромиссы, там, на какие-то отход от собственных принципов. Просто вот всегда Армения, верой в Бога, сохраняла свою идентичность, народ, язык, веру и культуру. Слава Богу, что так есть. Спасибо вам большое. Спасибо. Большое спасибо за ваше слово. Наше движение, естественно, полностью солидарно с теми идеологическими посылами, которые вы сказали в своей речи. Буквально вот за 10 дней последних мы провели 3 акции и одну большой митинг, значит, и это, значит, было в поддержку действий России. То есть это мы, безусловно, и однозначно высказали свою позицию по этому вопросу. Потому что мы действительно считаем, что сегодня русский солдат, он освобождает мир от нацизма, который опять как бы стал процветать, расцветать. А наш народ очень, как вы сказали, действительно, наверное, на генетическом уровне знает, что такое нацизм, потому что вот геноцид – это же есть нацизм, да, вот проявление нацизма.
На генетическом уровне мы понимаем, что такое, значит, стремление к свободе народов, право нации на самоопределение. И опять-таки на генетическом уровне понимаем и знаем, что такое армяно-российская, армяно-русская дружба, потому что последние более чем два века мы живем вместе, мы жили в одном государстве, мы жили в союзном потом государстве, потом мы же живем как союзники и настоящие союзники, потому что мы очень высоко ценим ту поддержку, которую Россия оказывает нам. Это будь то политическая поддержка, будь то экономическая, будь то особенно военная. И миротворцы, которые сегодня стоят, защищая наш Арцах, и военные, которые стоят в Гюмри, в Сюнике, или же пограничники, которые стоят на наших границах с Турцией, конечно же, это большинство, подавляющее большинство армянского народа ценит очень высоко и благодарит Россию за это. Конечно же, в любом государстве, в любом обществе бывают и люди, которые проплачены, которые работают на врагов. Такие люди есть, как вы сказали, и в России, такие люди есть и у нас, и, наверное, в любом государстве. Вот. Но это маргиналы. На самом деле, успех нашего движения, вот нас сейчас поддерживает, можно сказать, весь армянский народ, успех именно в том, что мы говорим честно за нашу дружбу, честно мы говорим за наши традиционные ценности, за нашу традиционную семью, за нашу армянскую веру, армянскую христианскую веру. Мы боремся за те тысячелетиями накопленные наши традиционные ценности, которые хотят у нас отобрать. Вот те же силы хотят отобрать у нас. И мы будем бороться за это. И сегодня Россия не только борется против нацизма, Россия борется за традиционные ценности, которые мы с вами вместе получили, как восточно-христианские народы, от наших, значит, пращуров. И вот эта совместная борьба против антиценностей, антицивилизации нас объединяет именно на цивилизационном уровне. Еще раз благодарю вас. Если можно, выступление или же вопросы, пожалуйста. Нет, ну, товарищи, давайте поактивнее. Нет, ну, если вопросов нет, так чё ж. Тикинга, прошу вас. Я хотел бы вот вас... Секунду, я вот уже слово передал, а потом вы. Значит, Гаян Нерсесян, заслуженная артистка, да, Армянской Республики. Спасибо. И знаете, все то, что вы говорили, настолько было от сердца, от души, и настолько было искренне, что нам было просто очень-очень действительно приятно, потому что мы это слушали как от родного человека, позвольте так сказать. Мы, конечно, благодарны. И позвольте мне такое сказать, я один раз тоже имела возможность. Мне кажется, что если не Россия, то все в мире перевернется. И поэтому мы благодарны, что есть Россия, что есть русский народ. Просто знаете, что нам сейчас больно? Вот годы тому назад ни у кого в мыслях не могло быть, что в Армении у кого-то какие-то другие будут, ну, не то что идеологии, но, допустим, кто-то будет проамериканским, про, я не знаю, западником. Такого не могло быть, потому что наша вековая дружба, там больше, как вы сказали, больше двух веков, да, я не ошибаюсь. И вот так удалось внешним силам вот так подействовать на наш менталитет, это совершенно удивительно. И вот мы в тот день, когда у нас был митинг в защиту России перед российским посольством, мы узнали, конечно, нам было неприятно, что кое-кто из западников, которые здесь, ну, свое дело делают, делали совершенно другую акцию. Но я больше удивила, когда мы увидели, что люди из... Ну, не то, что мы же не разбираемся, там, русские или славяне, или с Украины, потому что
где-то у всех была славянская внешность. И когда мы узнали, что такая организованная акция, я совершенно была удивлена, я подумала, насколько, значит, внешние силы организованно смогли организовать вот эту акцию, которая так и называлась «В защиту Украины и будто бы нет войны». Нам это очень, конечно, было неприятно, я даже с Аллой поделилась. Я говорю, что это такое, насколько это все было организовано со стороны вне. Ну, плохо то, что это все, я так как нахожусь среди друзей и в вашем лице, конечно, мне кажется, что это все делается перед глазами нашего теперешнего руководства. И это очень опасно, если наше руководство, конечно, будет продолжать свои западные, так сказать, эти дела. Потому что, мне кажется, я позвольте сказать, что наш нынешний премьер, он, конечно, и его окружение, это на самом деле западное. И поэтому все это, конечно, не создает для нас благоприятные условия. Но слава Богу, что есть вы, есть Россия, и я уверена, что все будет хорошо. Есть движение, которое противостоит этому. Да, конечно, есть движение «Сильная Армения с Россией». Да, конечно, мы все это все понимаем и ценим. То, что сейчас спасибо. Российские миротворцы стоят у нас в Карабахе. Дай Бог им мира, дай Бог им всех благ. Ну и еще раз спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Кстати, эти организаторы, я вижу. Которые были, да, присаживайтесь, спасибо. Организаторы всех этих митингов маленьких, малочисленных. А где они были в октябре месяце 2020 года? Почему они все молчали? Все эти консульства, посольства, многочисленные, все эти государства, которые сейчас высказывают свою негодующую позицию. Почему они молчали все? Все как воды в рот набрали. Это разговор о том, что все эти события были поддержаны этими государствами. Это все было расписано. Это отдали. Знаете, вот как есть старые притчи, сказки европейские. Помните, когда был дракон, который требовал каждый год новую жертву. И они шли, плакали, но эту жертву, там, девственницу отдавали дракону, чтобы он других не трогал. Так и здесь. Они отдали пасть дракону. Сначала часть греческой земли, Северный Кипр, потом отдали часть Сербии, вот. А теперь пообещали еще и часть армянской территории отдать. Вот в чистом виде. Все эти миротворцы, которые вводились тогда, эти западные, помню, было KFOR силы, объединенные, которые как бы должны были гарантировать мир на христианской земле Косово и Метохии. Косово. Я был в этом Косово, у меня, к сожалению, тогда уже не въездной стал. Я был в Косово там, я был во время войны в Косово. К чему это все привело? Что получается, что западная демократия, та, которая учит нас уму-разуму, сама привела к власти откровенных негодяев. Ну просто откровенных негодяев. Вот все эти албанские бандиты, там пробу некуда ставить. Они действительно, у них это вот, у них вот как было это со времен там Великой Отечественной войны был нож Серборез назывался. Вот, да. А эти люди, которые торговали человеческими органами. Черная трансплантология процветала благодаря вот этим косовским и албанским дельцам. Наркотики, там, проституция. В каждой стране европейской, в каждом европейском городе проституция, скорее всего, имеет албанские корни. Потому что там албанская мафия это держит эту проституцию. И вот именно и о этих людей делается ставка. Почему? За что? Вот отдали спокойно. И я уверен, что если бы не вмешались, тоже бы вошли бы миротворцы какие-нибудь эти западные, там английские и так далее, вошли бы и сказали, ну проведем референдум. Только армян у всех это уберем, завезем турок, там не знаю кого-то, и проведем референдум. Ой, они решили самоопределиться, ой, извините, вот, ну, да, вот стерпите, да.
Это то же самое, что с Косово сделали Сербии, а теперь они говорят, ну, мы можем вас в НАТО принять. И серб говорит, как в НАТО? Как в НАТО? В 99-м году на Пасху вы нас бомбили, на бомбах писали «Счастливой Пасхи», НАТО, натовские солдаты, натовские войска. Кстати, Байден принимал решение точно тогда. Они в Пасху бомбили мирных жителей, убили десятки тысяч людей, мирных людей убили. И теперь говорят, ну мы вас возьмем. Так что ж получается, они с убийцами своих детей будут вместе в одном альянсе никогда? Это надо даже что-то перевернуться. Это в том, что все эти западные рецепты сохранения мира, они не работают. Не работают ни один. Просто ни один. Вот если посмотреть объективно, что происходит в мире, что они сделали в последнее время. Я бывал почти во всех этих местах. Вот до Ливии не могу доехать, доеду. Я там, мы освобождали нашего товарища, который 2 года просидел в Ливии по просьбе американцев в тюрьме. Шугалей Максим. Везде, где они побывали, нигде мирную жизнь не наладили. Ирак, тот же самый Ирак, говорит, вот Саддам Хусейн, мировое зло такое. Фильмы про него снимали, и комедии, так он был злой. Иракских террористов, вот мир так особо не помнит. Ну, не было там иракских террористов. Они, да, Ирак шел по своему пути, не все с ним были согласны, всякое бывает. Но Ирак не был никогда источником мирового террориста. Они вошли, полностью превратили всю территорию просто в какую-то, вот, ну, землю просто горящую, невозможно пройти. Я почему знаю, что у меня есть коллеги, депутаты из иракского парламента. Вот, у них там по 20 охранников. Депутат 20 охранников с автоматами, иначе его убьют точно без охранников. Вот, вот к чему они привели. Иракская операция, сотни тысяч убитых людей, мирных жителей. Ради чего? Ради того, чтобы убить Саддама Хусейна одного. Ливия. Страна, да, там кому-то нравился Каддафи, кому-то не нравился. Нам нужно много тоже, кто не нравится. И что с того? И что в результате получилось? Ливия просто превратили. Ну, просто ужас во что. Государство было более-менее стабильно. Просто невозможно. Бандиты ездят с этими с джихад-мобили, прямо по улицам ездят. Там, не нравится, тебя тут пристрелят. Невозможно там находиться. Везде, где они бывают, везде остается какая-то несуразица. И, к сожалению, вот этот парадокс, что Талибан, уж движение это было так себе, мы все понимаем прекрасно. Но они пришли сейчас это, и сейчас американцы в результате своего пребывания в Америке, огромных денег, которые они там вкачали, что они в результате получили? За несколько дней Талибан взял их и выкинул. Просто взял и выкинул Талибан. А они же там без ядерного оружия, талибы, без самолетов. У них нет ни самолетов, ни даже вертолетов нет у талибов. Взяли и выкинули. Потому что то, что они приносят, не имеет никакого прочного фундамента. Вот в чем беда. Но здесь, в нашем регионе Кавказском, у них есть надежный союзник. Надежный, хитрый, лукавый, готовый глядеть в глаза вам, клясться в верности, и тут же будет доставать нож. Потому что у них вся история такая. Я не хочу, чтобы меня опять там обвиняли. Обвинят все равно. Будет в глаза улыбаться, а сбоку будет свой кривую саблю свою османскую вот, заносить над вами, будет вас убивать. Это вот у них вот лучшего союзника не придумаешь для всех этих товарищей. Извините. Спасибо. Пожалуйста, вы. Прошу вас. Я очень рада тебе сказать. Знаете, мы все здесь помним, что мы выросли на таких фильмах, мультиках, и что невозможно это все забыть, у нас очень хорошая память. Еще я хорошо помню, кто был рядом, помимо нашей войны, а кто против нас, и кто нас самих сказал, что это армия не держит. Сейчас у меня очень такой вопрос. Мы видели, что Владимир Владимирович признал независимость Донбасса. Я мечтаю о том дне, когда будет признана независимость Арцаха. Далек ли этот день, и можно что? Ну, я очень хочу. Вы поняли мой вопрос в чем. И вот такой деликатный вопрос. Наши пленники еще в Баку. Мы все, как матери, как армянки, ждем наших сыновей. И
и хорошо знаем, как там с нашими пленными, да, они обращаются. Можно ли вот каким-то образом помочь им? Спасибо. Конечно, это для меня большая боль. Для меня большая боль, и я думаю, что здесь, наверное, больше нужно обращаться на официальном уровне, чтобы использовались наши международные каналы для того, чтобы всех людей освободить. И будем так говорить, что я уверен, что это может получиться. Как обращаются с нашими военнопленными, вы тоже, наверное, видели? Да, ужасно. Эти ужасные кадры. Да, и это все то же самое. Все то же самое. Все. Методички одни и те же. Абсолютно. И обращаются точно так же, как обращались в секретных тюрьмах ЦРУ. Точно так же обращались с ними в Гуантанамо. Там же большинство людей, которые в эти тюрьмы попадают, ЦРУ, которые там секретные, до сих пор существуют, хотя официально они от них отказались. Туда, кто попадает, живым не выходит. У них поэтому там, у них есть расширенные методы допроса, и пока они из человека всю информацию не выводят, они его не оставят в покое, в том плане, ну, не будут убивать, будут мучить, но не убивать. А когда информация вся получена, убивают. И если бы эти люди знали, что их хозяева там, в Лондоне, за это их не погладят по головке, никогда бы такого не делали. Никогда бы не делали. То есть все это понятно, что санкционировано. И я готов по каждому случаю, вот если вот есть фактура, да, по каждому случаю делать все возможное со своей стороны, там, участвовать. Я, азербайджанцы меня слушать не будут, потому что я у них в черном списке. Вот. Я постоянно там, я как в Кварцах приезжаю, там сразу Алиев там начинает звонить там, по моему поводу куда-то, ну, к нашим руководителям. Вот. Но я готов все возможные силы подключать своих коллег и так далее, чтобы всех парней вы освободить, всех пленных. Это не, ну, они все должны вернуться домой. Это такая большая проблема. Я сейчас считаю, что пленные, как и заключенные, да, это человек, который тебе уже не опасен. Он уже заключен, уже без оружия. И издеваться над безоружным человеком – это высшее проявление трусости и низости. Все, ты можешь его посадить в тюрьму, ты можешь там расспрашивать его о чем-то, но издеваться над безоружным человеком, это, мне кажется, настолько, настолько гадко. Потому что безоружный человек, он как, ну, как женщина тоже, ребенок, старик, ну, это то же самое. Вот они некоторые над стариками издевались, над женщинами, так и над пленными они издеваются. Почему? Потому что там идеология другая. Я не помню, чтобы эти люди, которые сейчас там издеваются над вашими пленными, каким-то образом вспоминали в негативном контексте события 1915 года. Нет. И вы абсолютно правы, когда говорите о том, что это все звенья одной цепи. И я уверен, если бы не геноцид 15-го года, Гитлер бы такого никогда не сделал. Никогда. То есть начало фашизма не как ошибочно считают, там, 33-й год, 35-й год, начало фашизма 1915 год. Он пришел к нам, в Европу, в наш мир, через геноцид армянского народа. И безнаказанность этих палачей породила Адольфа Гитлера и всю национал-социалистическую идеологию. Именно безнаказанность на тот момент. И тогда весь чопорный Запад, так сказать, почему-то не посчитал необходимым сколь-либо обратить какое-то внимание. Ну, Гитлер уже сказал, что кто помнит правду, власти, да. Я видел плакат у вас в Ереване, когда в самолет едешь в аэропорт. Спасибо, мистер Байден. Знаете, вот, знаете, я вот, меня оторопь берет. Оторопь берет. Ну как так можно? Знаете, вот те же силы, которые все это устроили, они эти наши силы, наши власти представляете, как они положили в замке. Ведь это же так очевидно, что
какие-то шаги там по вспоминанию геноцида армянского народа со стороны современной американской администрации, это же абсолютно ничего не значащий политический ход. А раньше что они были? А раньше где они были? Да, спасибо, мистер Байден. Приезжайте на базу Инжерлик, там оружие новое передайте, пожалуйста, которое к нам потом мы увидим у нас в Арцахе. Вот-вот, за что спасибо. За что спасибо-то? Эти силы действуют, они финансируют, они... Так у вас такой Пентагон действует, вон там, американское консульство, там же всех... Пожалуйста, Ирина Цатурян, вот по очереди, да. Я родилась... смешанном браке, у меня мама наполовину русская, наполовину украинка, папа наполовину армян, наполовину поляк. И мама оказалась в Армении после Ленинградской блокады, и тут стало так хорошо в 44-м году, что она уже больше никуда не захотела вернуться. В своей области она дошла до очень больших высот, не будучи партийным человеком. И все было хорошо со школы. Я окончила русскую школу имени Камо, это одна из наших самых лучших школ. До 88 года, то есть я о чем хочу сейчас сказать, что уже я представитель того поколения, мне все казалось, что я очень молода, но это далеко не так. Что вот эти все процессы, о которых мы сейчас говорим, они начались, конечно, намного раньше. И одна из первых фраз начала этих процессов была заключалась в том, что перед моей школой переход из подземной, и там были вот эти листовки, были расклеены, которые в переводе звучат «Кочейнхай, Буратакса, Ерехайнхай, Кагадабрёц», пусть пропадет тот армянин, который отдает ребенка в русскую школу. Эти листовки долго висели, они потом запылились, но русские школы позакрывались, конечно. Русские школы позакрывались, но вот это отношение, вот, которое в нашей семье, например, мама никогда не хотела вернуться обратно, и здесь было очень комфортно. То есть это отношение было еще совершенно нормальным, все было хорошо во время этих митингов. Русские очень многие молокане, да, у нас вот здесь, вот эти, мы знаем, да, они уехали, у меня связь с некоторыми из них, они потом очень сильно пожалели, потому что не задал молокану ни один волосок не упал. Они поехали в Россию, но им стало там намного хуже, чем было вот здесь. И было все нормально. До вот последнего времени, вот когда вот уже вот начались, да, с чего сегодня начался также до этого, до всего. И, к сожалению, эти процессы, о чем я хочу сказать, что они, к сожалению, начались очень давно. Они шли латентно. Так же, как и любое серьезное заболевание, которое не видно, да, мы только что об этом говорили, в том числе и сахарный диабет. А потом вот сейчас оно уже стало проявляться, и мы, я думаю, что такие, ну, я хотела сказать, такие организации, как наши, да, поймут, что мы единственные в своем роде, и далее больше нет. Вот наша задача, чтобы хотя бы вот это, которое вот сейчас начинает подниматься, да, вот какое-то вот, даже вот по отношению вот сейчас к вновь прибывшим, да, вот, может быть, не очень, не всегда нормально, правда, в основном очень гостеприимно принимают сейчас русских, которые приехали, да, вот из Питера в основном и из Москвы. Я думаю, что мы должны все делать для того, чтобы вот опять вернуться в хорошем смысле вот в то время, когда на самом деле никого в Армении, во всяком случае, мы были моноэтнической республикой всегда, и у нас не было такого, что если вот это русский, то он не должен идти по своей служебной лестнице или там вот это. Вот, к сожалению, мы сейчас находимся в этом состоянии, я думаю, что с нашей стороны все будет для этого сделано, и благодаря, конечно, вот таким встречам господина Милонова, как с вами, это тоже, знаете, это тоже какие-то вливания, и вот это тоже вот какой-то вот этот ветер какой-то свежести, которым очень приятно дышать. Спасибо. Спасибо. Вот у нас еще женская часть у нас намного активнее сегодня. Вот, пожалуйста, потом я вам уже передам слово мужчину. Наталья, пожалуйста. Я представляю здесь партию реформистов. Хотела бы от имени нашей партии вас поблагодарить, конечно, за то, что вы всегда были другом Армении, армянского народа и Арцах. Добро пожаловать к нам. Вы всегда здесь желанный гость. У меня вопрос следующий. Мы знаем, что вот этот коллективный, ну так называемый условный, да, коллективный Запад, который имеет такую нехорошую привычку назначать
страны ответственными за зло, вообще во всем мире творящиеся. И у них это очень успешно получается, потому что они применяют технологии соответствующие. Нам трудно с ними бороться, потому что нам чужды, нам, имею в виду людям, которые разделяют вот тот образ мысли, о котором мы говорили, сегодня. Нам с ними почему трудно бороться? Потому что нам чужд популизм, нам чуждо распространение, тиражирование, ну, создание сначала лжи. Мы пытаемся идти путем правды, потому что это единственный для нас, не то чтобы сознательно приемлемый, просто это для нас единственный естественный путь. Потому что, как вы правильно сказали, что Бог в правде. Но дело в том, что Бог же каждому человеку дал выбор, как себя вести, как поступать. Теперь вот мой вопрос следующий. Как нам бороться с этой машиной популистской, информационной, которая давит все буквально на своем пути, любые ростки правды, даже если это уже не ростки, а огромные деревья, они просто перемалываются. Мы видим примеры этому, но мы вообще видим всегда примеры, как армяне, да, как и в Азербайджане, и в Турции, совершенно чудовищным образом они меняют исторические факты, так как им удобно, пишут какие-то учебники, фантастические вообще, никакой связи не имеющие с правдой, да. То же самое мы видим сейчас веяние Запада, что на самом деле, а что Советский Союз и Вторая мировая война? Где связь вообще? Где там был Советский Союз, когда Запад победил фашизм? Они же толкают эту идею сейчас. Вопрос, повторяю, как с ними бороться? Ну, очень тяжело. Бороться, знаете, нужно бороться не с ними, нужно бороться за правду. Ведь технологии, которые сейчас применяются на Западе, абсолютно геббельсовские. Совершенно геббельсовские, причем бессовестные. Просто я в силу там определенных обстоятельств очень часто мне звонят там из западных СМИ. Ну, я по-английски немножечко разговариваю, поэтому ну, там BBC там, и разные каналы. Прокомментируйте вашу позицию там по Украине. Если начинаешь разговаривать, просто невозможно. Просто невозможно. То есть вот в принципе Россия может им ну, не пытаться что-то говорить, потому что это не нужно. Они уже все за нас сказали. Они уже все за нас сделали. И этот огромный поток вот этой дешевой информации, всех этих украинских слезинок, которые катятся по щечкам, все эти там эти голубочки мира. Ну, Господи, ну какие вы бессовестные люди. Я 8 лет в Донбасс езжу. 8 лет. Это не пустые слова, то есть какую-то пропаганду. Я лично все это вижу. Я лично, так сказать, как ни приедешь, то бомбят, то стреляют, то обстреливают. Ну, невозможно. И 8 лет никакой реакции. Я своим знакомым, поскольку у меня много было коллег, я там возглавлял несколько таких направлений по коммуникациям с рядом депутатских объединений европейских, я много лет предлагал им, говорю, приезжайте на Донбасс, там, депутатам Германии, Финляндии, Швеции, говорю, приезжайте, не надо там, вас никто не будет к вам, как в Северной Корее, представлен там КГБшник какой-то. Приезжайте, посмотрите своими глазами. Вот мы вас привезем там, не знаю, в окрестности какого-то города, и вы увидите там, что, во что они превратили школу, предположим. Никто не поехал. Ну, ездили там некоторые партии там, из Германии, там альтернативы для Германии, ну, то есть там и тоже не в Донбасс, а в Крым. Не ездили, не хотели. Говорит, нет, ну неудобно. То есть неудобно увидеть правду. Вот. Не хотели. И то же самое я предлагал лично, вот, мне легко это говорить, но что правда. Когда была война 44-дневная, лично обзванивал чуть ли не из Арцаха, из Степанакерта людей. И говорю, приезжайте сюда, посмотрите, что происходит. Приезжайте. Никто не приехал. Никто. Вот если бы, вот извините, я в Петербурге много работал, в Москве я сейчас работаю, я из Петербурга. В Петербурге как-никакая там содомская тусовочка, тут же, там какая-нибудь тусовка там из 20-30 маргиналов, реально, вот маргиналов, просто больных людей, которых жалко, тут же приезжает посол, генконсул на этой Норвегии, Швеции, Финляндии, Англии, Голландии. Всегда они там есть. Не дай бог нарушат права.
не дай там какие-то общественные организации, фонды, Бёля, там, еще там. Здесь, когда была война, никого не интересно. Ну зачем? Это же тяжело. У них, знаете, всегда, мне украинцев очень жалко, потому что для Запада у них в последнее время всем есть мода на защиту каких-то, ну, экзотических каких-то вот, ну, вещей. Там, они защищают китов, морских котиков, потом там защищают леса Амазонки, там, индейцев защищали. Сейчас потом модно стало защищать все виды там извращенцев, там, трансгендеров защищают. А вот они просто выбрали украинцев в качестве новых трансгендеров таких, которые тоже нужно защитить. Вот. И самое-то обидное, что эти все европейская знать, им вот это все не близко. Они там поморщат носик, там платочек к носу повязывают, когда придут эти украинцы там что-то орать, кричать. Они их не любят. Они их тоже, они для них не свои. Они смотрят на них, вот, ну как просто как на тех, кто, ну как на власовцев. Которых вот, ну, служили там для дела Третьего Рейха, а потом можно и в расход пустить. Они же для них не свои вообще, и они никогда своими не станут, это же понятно. Это достаточно приехать там в любую, я помню, там, приезжал там в Европу, там, где бы ни было. Видно, какое отношение ко всем нам. Мы для них не свои. Они, вот они, говоря о толерантности, самые крутые националисты. Все, что относится к Востоку, условно говоря, русские, армяне, там, не знаю, там, арабы, если только они там не какие-то шейхи, миллиардеры, любые, это не свои, это их можно использовать. И отношение такое, либо это богатый ворюга, которого нужно выкачивать деньги и обслуживать его, либо это попрошайка, которую там надо выкидывать все. У них, они никогда не скажут, что мы родные, не родные мы, это, к сожалению, это правда. Не родные. И это не любовь к нам, она вот сохраняется сотнями лет. Сотнями лет. Вот. Это, к сожалению, правда. И даже поэтому единственное, что нас связывает с Западом, это вера. Христианская вера. Но сейчас, когда кому там обращаться? Я звоню там, я раньше был христианским демократом. Когда еще там, 90-е годы. И мы с армянскими христианскими демократами работали. Я потом, ну, партия у нас распалась, убили нашего лидера. Я стал работать с Галиной Васильевной Старовойтовой тогда, стал помощником ее. И это тоже продиктовано, как меня судьба связывает с Арменией. Вот. Но сейчас не с кем общаться. Звонить там, с кем? Там, христианские демократы Германии. Плакат. Геи, лесбиянки за ХДС. Господи ты боже мой, зачем они вам нужны? Ну и хочется сказать, ребят, ну есть у вас эти геи, есть у вас эти лесбиянки, да? Да, ну это ваше дело. Но вы христиане, зачем вам это надо? Если вы называете себя верующими людьми, как вы можете так унижать себя самих? Вот. Нет, вот это важно. Вот. Спасибо. Вот предпоследний записавшийся у нас, пожалуйста, вам слово. Да. В последний год благодарю вас, что вы участвуете в армии, поддерживаете это движение. По имени Али, я учился в русской школе, считаю себя носителем русской культуры. Короткий вопрос. Здесь у нас в Армении нарастает антироссийские настроения, особенно в районах, в регионе. Мы можем рассчитывать на поддержку России, лично вас и государственных дум, президента России, чтобы активизировать в регионах Армении пророссийскую деятельность. Я сейчас только что из Араранского региона приехал. Это единственный регион, который граничит и с Азербайджаном, и с Турцией. Около 300 тысяч населения. Там очень есть нужда в российских культурных центрах, а также попросил бы вас поддержать это движение, чтобы там тоже открыть филиалы, чтобы пророссийские люди
русский язык, чтобы распространить русский язык. У нас подрастающее поколение почти не знает русский язык. Мы можем рассчитывать на помощь России. Я постараюсь сделать все, что от меня требуется. Понимаете, в чем дело? Ведь русский... Я хочу сказать, я считаю, что земля России другом армянского народа среди своего окружения. Я эту точку зрения распространяю и стараюсь по большим широким кругам. Россия – наш единственный друг в мире, я так смотрю. Если бы не поддержка России, Эрдоган был бы в центре города Еревана в 2020 году. Не сам... Есть информация, что у нас никто не сомневается. Был карту нашей нашли, что турецкие войска должны были приехать, захватить город Еревана. Россия предотвратила новый геноцид. Президенту России большое спасибо, российской армии большое спасибо. Всего населения, сознательной части населения. Спасибо. Я стараюсь это делать, поверьте. Очень многое зависит еще и от позиции самого руководства Армении. То есть я знаю, что... Ну, мы же не японцы, не китайцы, да, чтобы пытаться пропагандировать русский язык в Армении. То есть, ну, как бы, мне кажется, это настолько, ну, логично. Ведь в России живет больше армян, чем в самой Армении. И это, ну, тоже так немножко, ну, так смотришь на это не, с недопониманием некоторым. Я думаю, что, кстати, многие депутаты парламента Армении, они очень хорошо относятся к этому вопросу. И с, опять же, я, поверьте, не могу критиковать кого-то, это не этично с моей стороны, но что же за человек такой, если я приезжаю в страну, пускай ближайшую, но и родственную, но влезаю в политику чужой, это, другой страны, это некрасиво. Ну, вы поймите, наши оппоненты, которые у нас с вами есть здесь, и вон, это полное это посольство их там кормит, под это как кур, под этим зернами посыпает, вот. Они что же этим воспользуются? Тут же скажу я что-то и скажут, вот поехал русский депутат и стал тут это диктовать свои порядки какие-то нам, пытаются навязать там из Москвы, там, не знаю, с Лубянки, еще откуда-то. Ну, бред полнейший. Поэтому я считаю, что русско-армянские отношения это не какие-то экзотические увлечения, а это просто естественное наше состояние с вами. И кстати, мой товарищ, депутат как раз не оппозиционной партии в парламенте, вот, которым мы познакомились во времена тяжелые, я уезжал в Степанакерт из Гориса, и он меня там провожал, и сам потом поехал, Армен Хачатурян, вот я могу сказать, вот он, ну он вот так он мне постоянно звонит, говорит, Виталий Джан, давай это для русской школы, эти учебники вези. То есть, ну, я понимаю, что есть разные противоречия, но я уверен, что все нормальные люди выступают за это. И это самоубийство выступать по-другому. Вот. Я искренне на это рассчитываю. Я не знаю позицию вашего руководства. Это, ну, было бы неправдой. Я не разговаривал никогда ни с господином Пашиняном, ни с кем. Но уверен, что большинство армянского народа, если надо, я приеду в ваш район. Надо, я приеду, встретимся, пообщаемся, ни одного не останется против. Ни одного, все будут за. Приедем вот с движением с вашим, все, проведем встречу. Город Арташа, там российский пограничный отряд, приглашенный, с вами к вам попадем. Да что я с ним поеду, я лучше поеду. На следующий раз можно там организовать встречу, там много русских. Спасибо, спасибо. Но меня попросили из Гориса, вот я позвонил в Россотрудничество. Угу. Вот, Россотрудничество сказало, давайте нам для Гориса, мне нужны книги. Все, они выписали, сейчас вот должны приехать книги из Россотрудничества, учебники русского языка в Горис, в русскую школу. Можно я еще одну вещь скажу? Да, пожалуйста. Господин Милон, просто что-то потом меня не мучила совесть. Я вам скажу, например, чтобы вы сделали выводы,
то есть проблема, потому что проблема в том, что силы, которые пришли к власти в Армении, они глубоко прозападные. И вот они не прямо так действуют, как, например, на Украине, а совершенно по-другому, чтобы не так заметно было. Они вам улыбаются, они вам говорят, может быть, джан. Он, может, в душе он прорусский, но власть, которая есть, она не прорусская. Председатель Совета Безопасности Армении, он сам жег русский флаг перед посольством России, прямо перед приходом к власти. Это силы, которые мы презираем. Ну, такая... Извините, так, что я могу только презирать человека, который сжигает русский флаг. Да, потому вот что... я, например, мы презираем такого человека. Они пришли к власти, они решают нашу судьбу. Ну, я потому думаю, что в таком положении. Я еще, например, еще вторую вещь скажу. Например, я сегодня пришла сюда, что суд над главным комиссаром Гуляном, он председатель партии «Национальная безопасность», и он отчаянный сторонник армяно-российской дружбы и сотрудничества и союза. И вот он, например, он только после 3 месяцев заточения вышел на свободу, но только под залог, еще суд над ним идет, потому что он, может быть, это причина, что он сторонник нашего союза. Это доктор, да, который? Нет, Артемий Сабирин. Доктор, вот в этот день вырезан на нашем собрании. Да. Он в этот день, задержали, у него эфир есть, передача «Национальная безопасность», с точки зрения национальной безопасности. У него на экране был союз России с Арменией, вот, и вот в этот день его арестовали. Ну и часов 10 минут он повесил на своем сайте заявление своей партии. Утром рано пришли к нему домой в наручники, в присутствии детей, в присутствии ребенка, жены. Жена вообще упала в обморок. Сами эти, которые пришли, они вызывали скорую, потому что они устроили маски-шоу, как будто они пришли какого-то, не знаю, суперпреступника, арестовывать, которого они 20 лет искали, наконец нашли. Только из-за того, что он ночью, в ночь часов 10 минут, повесил, что будущее Армении с Россией, и что его партия об этом заявляет, вот как наш союз, да, вот то же самое, за будущее с Россией. Так вот, утром рано уже пришли и в квартиру владелись, и в наручниках его отвели, и он 90 дней сидел. И мы, женщины, вот все здесь сидящие, ходили на все эти суды и возмущались, наш голос поднимали в защиту. И сейчас только-только смогли буквально на прошлой неделе всего лишь отменить меру пресечения, то есть его после из заточения, вот просто мы смогли, а суд будет идти. И вся проблема в том, что он прорусский, и вся проблема в том, что он говорит правду про этих, прошу прощения, повисящих в воздухе, я себя огражу, потому что юристы так научили, повисящих в воздухе слухов, есть какие-то люди, которые протурецкие шпионы. И вот об этом он говорит. И поэтому сейчас к нему говорят, докажи. Значит, у них как будто, когда кого-то вербуют, на своем шпионе тут на лбу пишут печать. Он наш шпион. Моя личная позиция, вот все эти абсолютно тенденции по нормализации отношений с Турцией, они какие-то, ну это самоубийство какое-то. Это не народ. Это не народ в деревнях, в регионах, и в Гюмри, и в Анадзоре, и в Ереване народ прорусский. И у него вот этот глухой бунт, но он боится, вы понимаете? Очень многие женщины, которые со мной общаются, говорят, Алла Джан, ну что делать, я же не могу детей оставить без хлеба, без куска хлеба. Вот видите, как гадко, да? Кто что-то говорит, сразу появляется на него какое-то дело. Абсурдное, нелепейшее, вызывающее смех у общественности. Все равно человек сидит. Многие патриоты сейчас сидят, которые в действительности за Россию, потому что они против Турции. А вот кто? Про турецкие, они все на свободе. Но среди нас есть люди, которые проплаченные Турцией с Запада. Это невероятно. Но это факт. Спасибо, дорогие. Мы уже как-то уже должны закругляться. Я хочу продолжить мысль и Мане, и Аллы, и сказать, что действительно в наших отношениях очень много негативного вводит вот нынешняя
правительства и конкретно премьер. И вы знаете, если он будет долго тут у нас править, не очень хорошие будут результаты, как мы и боролись. А избавиться, простите, я просто выражаю это громко, избавиться от него мы ни в какую не можем. Ну, знаете, не очень ловко, потому что... И нам нужна какая-то, может быть, поддержка или... Потому что действительно он приводит нас до всех аспектов, да. Спасибо. Спасибо. Поэтому я хочу уже потихоньку, давайте закругляться. У нас еще два вопроса. Просто я хочу, вот Анри поднял очень важный вопрос. У нас есть тактика нашего движения, которая заключается в том, что мы ездим по регионам, в села, в города, создаем там первичные организации нашего движения и так далее. Поэтому очень важно то, что вы сказали. И я еще раз обращаюсь и к вам, и ко всем членам нашего совета, и, конечно, здесь часть из нас, чтобы мы активно способствовали вот этому развитию на местах наших вот ячеек. Поэтому давайте вот от вас тоже ждем инициативы в этом плане. Вот. А значит, в случае, если наш уважаемый гость сможет подключаться на время от времени, как вот сегодня, можем один раз сделать в вашем регионе или еще в другом и пригласить уважаемого господина Милонова на такую встречу. Я хочу еще раз поблагодарить вас. Значит, то, что сегодня такая теплая, абсолютно искренняя встреча единомышленников прошла, я думаю, для многих из нас, да, не для многих, я думаю, для всех. Это заряд бодрости, заряд духовной силы, потому что вот когда встречаемся единомышленниками, я думаю, мы видим, что мы правы, мы сильны, наша идеология абсолютно правильная, и наше дело тоже правое, и, как говорится, мы победим. Мы хотим пожелать победы русскому солдату. Мы хотим пожелать победы идеологии, нашей общей с вами идеологии, антинацистской идеологии. Мы хотим пожелать победы, общей победы нашим народам. Нашим народам победы добра над злом. И тогда будет свобода для народов, тогда не будет геноцидов, не будет уничтожение людей только за то, что они хотят говорить, допустим, на своем языке, или же хотят жить свободно, или не хотят жить в каком-то нацистском государстве. Как не хотят жить арцахцы в Азербайджане, и уже 30, больше чем 30 лет не живут там, вот, и как не хотят жить донбассцы, или же крымчане, которые тоже провели референдум. Вот, так что большое спасибо. Спасибо вам большое.